Почти 900 метров протяженностью, 5 полос движения. Пробок, заявляют специалисты, больше не будет. Совсем скоро в Химках откроют Репинскую развязку. Новый путь позволит разгрузить сегодняшние заторы. Проект по улучшению качества транспортного сообщения в городском округе Химки реализуют по поручению президента Владимира Путина. Все знают, что переехать из старых Химок в новых – это проблема, особенно в часы пик. У нас единственное дорожное полотно проходит, убирается в крупном юбилейном проспекте. Эта развязка очень сильно улучшит и даст возможность в том числе открыть новых рабочих мест. Это порядка 28 тысяч. Проект новой дороги сдали еще в конце прошлого года. По словам исполняющей обязанности руководителя управления строительства округа Ирины Павловой, первый путь запустят уже в декабре 2020-го. На сегодняшний день строители собирают стапель, специальные подмостки для будущего моста, укрупняют сборку металлических конструкций, строят ливневые канализации. Работы сегодня ведутся в полном объеме. Завершить их и ввести развязку в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2021 года. Ольга Сухорукова, Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.